Небольшая передышка в двухчасовой пробке и снова на сцену. Концерт за концертом и так уже на протяжении месяца. 11-летняя Милана привыкает к большой сцене. С каждым разом получается все лучше, поддерживают зрители. Петь девочка начала в 6 лет, поняла, сцена и вокал – ее призвание. Музыка – это моя жизнь. Я без нее не могу. Я каждый день пою и в ванной, и просто хожу по квартире, пою. Я не могу без этого жить. Самое главное – настроиться, трудиться, еще раз трудиться. И тогда, мне кажется, все получится. Ни день любви, ни день надежды, ни день добра, ни день добра. «Оглянитесь». Именно с этой песни Милана Жарехина прошла в финал национального отборочного тура. Там она встретится с 15 подростками из разных регионов страны. Конкуренция сильная, говорит музыкальный педагог Елена Казакова, но стать первой у Миланы есть все шансы. Нам очень нужна поддержка всей нашей области, потому что ребенок представляет не только город Новокубинск, но и Самарскую область. Она единственная из Самарской области представительница в финале детского Евровидения. Когда вокалисты говорят о интонировании, да, чтобы ребенка научить правильно попадать в ноты, чисто петь тот мотив, который есть в песне, то Милане это дано от природы, это дар. В финал национального отбора Милана выходит уже не впервые. В прошлом году была попытка победить в дуэте, но соперники оказались сильнее. Несмотря на это, юная певица не отчаялась и пошла дальше, ведь на протяжении всего творческого пути ее поддерживает самый родной человек. Надо просто помочь ребенку найти то, что ему интересно. Если еще потом его увлечение станет работой, это вообще счастливый человек получится. Вот это очень здорово. Мы волнуемся все время, конечно. И когда она в полуфинале участвовала, и когда назвали ее фамилию, это были такие чувства. Теперь поволноваться придется и на финальном прослушивании, которое пройдет 15 августа в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Жюри Игорь Крутой, Лев Лещенко, Ирина Дубцова будут оценивать по всей строгости. Повлиять на результат могут все жители России, в том числе Самарской области. Проголосовать за Милану Жарехину совершенно бесплатно можно на официальном сайте детского Евровидения 2016. Павел Баймаков, Константин Головин. События.